Привет, девчонки! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой маникюр. Это у нас будет комбинация из стемпинга и техники dry brush. Возможно, цвет немножко ярковат, учитывая время года. Но никак не могу я смириться с погодой. В душе все еще лето. Вы, конечно же, можете взять другие приглушенные оттенки. Уверена, с ними будет смотреться не хуже. Давайте теперь расскажу, что нам сегодня понадобится. Во-первых, так запавшая мне в душу пластина от Moyo London из коллекции Origami 03. Вот этот рисунок. Два простых лака от Калейдоскоп. Нежно-розовый из коллекции Искушенный лакоманьяк, называется Присмотрюсь к красавцу. И голубой из коллекции Яркая я на пляже. Черный лак для стемпинга от Conad и золотой от Jollyfin, который называется Shiny Gold. А также Cuticle Defender, тоже от Калейдоскоп. Берем наш первый цвет, хорошо вытираем кисточку о горлышко бутылочки, возможно даже об салфетку, если этого недостаточно, и вперед! Все, готово. Как вам вообще? На следующий день я решила покрыть ногти матовым топом и что вам скажу. Пальчики с дизайном смотрятся интересно, похожи на бумагу. Но вот синий с матовым как-то мне не очень нравится. В общем, я бы так не носила. На этом все. Ставьте пальчик вверх, если вам это видео понравилось, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что меня смотрели. Пока!